суперигра, которой 26 лет, которую искали, искали. А после твоих слов ребенка еще один спрос. В общем, Янушкевич. Что, все вместе, что ли, перекидываем? Ну, кто-то будет стоять, а кто быстренько ее проскочит. Ну, сейчас, как вы думаете, кто стартанет? Зона у нас, еще раз, зона обгона, делаю еще один ход. Да что ж такое? Вообще-то мамин ход. Конечно. Один. Два. Два. Три. Повезло. Повезло, мне. 6 лет назад. О! 2, 3, 4, 5, 6. Это моя? Да. 1, 2, 3. У меня... Мне нужна двойка, иначе я буду назад делать. Тебе двойка. 2, 3, 4. Я победил. 2. 2. Отлично. Есть! Все? Да. 23 место. Первое, второе. Да? Стабильность. Третье место постоянно. О-о-о-о-о-о. 4. 2-4. Ну, это я. Сложно? В студию, да. Ну, всем видно, что где я, где моя машинка. Вон аж. Видите, в этой пустыне. Да. А эти двое плетутся. Да, только там еще финишировать нужно. Ну, так легко, господи, боже мой. Там, чтобы финишировать, это сложные условия. Ну, это для вас сложно? Конечно. Для вас сложно, да. Вы же знаете, там сложная зона. Не так просто туда выехать. Давай. У меня один. Как на сдуре, это? Да, кубик заговорённый. Угадайте, кто победитель? Ес! Что ес? Что вы? Я, да? Да. Финишный. За маму. Еще не финальный отрезок. За папу. Да. За себя. О. Три. Не поняла. Я первая. Давайте все вместе покажем пальцем на него и скажем ха-ха. Кто проиграл? Третий раз, да? Два. Ты первое место, да. А я второе. Да. Да, сложное очень. Ну, сам. Она очень сложная. Да, бойник, наверное, та моя более сложная. Знаешь, как говорит, я так играю, сам себя боюсь. Сам себя боюсь. Это мама? Это у тебя. Она волнуется меня. А я первый пришел. Опять? Нет. Уже финиш? Это первый этап. Шесть. Второе пришло на этом этапе. Три. Я хожу. Куда? Я переплываю сюда. Раз, два, три, сюда? Да. Все. На пароме я в Устинск плыла. На Бугульме. Вот это желтенькая Бугульма. Олег? Ты будешь? Нет? Я тоже хотел бы, да. Два. Проскочил. Я вот кидаю. Вот я кидаю. Три. Раз, два, три. Проскочила. Это что? Конечно, все проскочили, а мне обязательно надо. Тебя ужалил скорпион, скорее в больницу. Матерь Божья. Раз, два, три, четыре, пять. Обогнал. Дорогие слоны, нажмите кнопку и вернитесь на указанное выпавшее. В общем, кинь кубик и вернись на столько. Тебя укусил крокодил. Вернитесь в больницу. Мою дивизию. Ну вот. Когда в прошлый раз играли, Наташа. Пять. Три крокодила словила, два скорпиона словила. Она постоянно там против. Папа обгоняет, да? Нет, уже Олег впереди. Неожиданно вперед выходит мама. Мама! О. Раз, два, три. Первый. О, кто? Давай. Ну, это еще ничего не значит. Да? Три. Три. Еще ничего, да? У меня нет, да? А, ты. Так, получается. Кто проиграл? За два этапа у меня... Первое и третье место, то бишь 4 очка. У тебя второе и второе 4 очка, у тебя 2, 4 очка. Так, и... В общем... Я не ожидал на вашу резвость, ну ладно, здесь так, здесь я буду первым. Это очень тяжелая карта. Зарька похожа на коронавирус.
Слушай, я не понимаю, тут самолеты, мы сейчас будем летать, что ли? Ты из Сан-Франциско. Монреаль. Сан-Франциско, Монреаль. Так. Шестерка – это синенькая. Это бадминтон. Один. Один. Он, если что, диск покажи, зеленый. Ага, зеленый. По зеленому. Это в Сантьяго. Я в Сантьяго. Южная Америка. Давайте. Южная Америка. У нас вот Лима. Где находится Лима? Лима – это в Южной Америке. Откуда ты знаешь, что Лима в Южной Америке? Так географию надо было учить. Да, давай, кидай. А мама опять вперед прошла. Повтори, что я… Так я не кидала. Так вам папа только что походил. Это я только что, я читаю акуды. Четыре. Розовый. Есть розовый маршрут? Есть. Миннеаполис. Где находится Миннеаполис? Это Северная Америка, США, давай. Это Хьюстон? Хьюстон? Хьюстон, у нас проблемы. Ты колозимная орбита. Я. Хьюстон. Три. Три, это оранжевый. Ты опять в Сантьяго вернулась. Сантьяго. Я мечтала побывать. Сантьяго, да. Желтенький. Ну ты... Лондон. The capital of the world. Кто, я? Да. Ну я же хочу куда-нибудь. Опять оранжевый? Я... Опять в Лиму? Слушайте, ты туда-сюда, да? Нет, вы понимаете, что я очень хочу... У меня мечта полететь на Чукотку. Покажите, Чукотка рядышком, нет? Чукотка, вот. Нет, ну, если мы отсюда поплывем, да, быстрее будет. Я Чукотка, вот. Нет, я понимаю, что Чукотка вот там. Да, да, там ближе. Пять. Северная Америка. Есть. В Париж розовенький. Что там? Кито. Кито же это а такое? Где Кито находится? В Южной Америке. В Южной Америке. Откуда ты знаешь? Школа. Манаус. За Манаус это все. В общем, я по району тебе летаю, да? Когда как же что... за Манаус? Как... Ты в Южной Америке обосновалась, да? За Манаус. Уже за Манаус. Я так понимаю, что у меня там самолет-кукурузник летает чисто по району. Нет, а есть. Ты... Тунис. Ну ничего себе, кто в Тунисе? Кто в Тунисе? Ну, я хочу тоже в Тунис. Удачно катаемся. Слышишь, как медведь летун. Вшик, 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 да. Вшик. Зеленуха. Ресифе. Ресифе. Ну, почти в России. Ну, вот у нас... Понимаете, мы на выходе? Мы почти. Я там на берегу океана, я так понимаю, да? Это самое... А здесь мыс какой-то? Северная. Здесь какой-то мыс. Северная или южная? Это южная. Северная это там, это южная самая. А да, самый южный мыс. Очень известный какой-то. Ну, в общем, хороший мыс. Я тоже хочу туда. Типа вот, доброй надежды. Будет пусть. Ну, от какой надежды там? Вообще никакой надежды. Хорошо, там будет... Это в Кейптаунском порту. Ну, вы понимаете, насколько я люблю путешествовать. Была в Хараре, а стала... На 4. Магадишо. Что? Магадишо. Магадишо. Вот, Бомбей, едешь в солнечный Ташкент. Я в Ташкент, я почти в России, я возвращаюсь домой. Из Ханоя ты едешь в Урумчи. Урумчи. А где это ходится? Урумчи? Монголия. Да ну. Ничего. Ну да. Урумчи на Монголия? Ты доехал буквально 800... 80 километров, 80 километров. 350, наверное, до Урумчи оставалось. Да, ну какие? Это до границы 80, а до Урумчи буквально. Да? Границу переезжаешь, там... И полный Урумчи. В общем, дурите вы меня. К Вите Полищуку еду в Новосибирск. Из Ташкента в Новосибирск. Привет, Вите Полищуку, я в Новосибирске. Кстати, там недалеко уже... Наши места. Где? Куда папа едет? В Мурманск. А Мурманск это что за страна такая? Что за город? В какой стране? Мурманск это Мурманск. Мурманск это молодость. Ты там тоже, Олег, был. Там немцы даже не дошли. Нас туда посылали. Розовый. Немцы не дошли, а нас туда засылали. Ну, опять же карта. Один. Зеленуха. Еду, вот. Вот, выезжаю. Ханой. Ханой. Ханой мне. Ну, зато я туда. Мне Ханой. В Якутск еду. В Якутск, хорошо. Я тоже хочу в Якутск. Это ты, пап, да? Все, фотографии мне вышли. Сейчас с Олегом на старте. Да, вот сейчас. Я сейчас выкинула, но Олега площадка занята. Папа у нас все там где-то летает. Давай в Москву. Новосибирск. Новосибирск. Извозчик, давай в Москву. Давай. Еще я на нас. Пять. Гондолуф. Я финишировал. Все ясно. Сейчас я. Олег, ну, нам нужно, Олежка победил. Кто-то еще финишировал. Ну, конечно. Беженец. Я.
В Норильск. Да, из Норильска можно еще в Рейкьявик. Тихо, тихо, тихо. Кинь. Улан-Баторе. Хороший, мы туда не доехали чуточку. Ну, еще можешь ездить, еще кидай. Да еще, мы патриоты, мы дальше России далеко не кидаем. Дальше Омска. Ну и все, круто. Таким образом, что? Стабильный бронзовый. Третье место постоянно. А у нас? Карты у нас одинаково. Два первых и два вторых. У нас 1-1, да? А папа третий? Да. Нет. Супер. Папа постоянный призер.